Новое слово техники в разнообразии приборов учета. Дом номер 3А по улице Ремезной стал одним из первых в новой программе. В скором времени во всем городе, как и здесь, будет установлена автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных общедомового учета. Речь идет о холодном водоснабжении. Конечно, это мероприятие направлено на снижение, так скажем, утечек воды для полноты контроля как со стороны ресурсоснабжающей организации, так, безусловно, со стороны граждан. Ни капли мимо, все водозатраты будут учтены. В работе счетчика отсутствует такое звено, как человеческий фактор. Подвыпивший слесарь теперь не сможет перепутать цифры, переписывая показания. Вся информация будет поступать дистанционно, по радиосигналу на центральный сервер водоканала. Самое сложное – урегулирование отношений между подрядчиками и ресурсоснабжающей организацией уже позади. Теперь дело за малым. Подрядные организации уже приступили к монтажу в домах Октябрьского и Ленинского района. Проекты все типовые, узлы типовые, то, что мы будем монтировать. Ну, а сложности только с тем, что объем довольно-таки большой, а сроки сжаты по монтажу. В городе планируется монтаж 2420 таких приборов. Стоимость проекта 113,5 миллионов рублей. Жильцам приборы ничего не будут стоить. Все работы по установке должны быть окончены уже в этом году. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.